А вот песня, которую Булат Шалыч написал в 1994 году, называется она «Отъезд», и посвящено это стихотворение Владимиру Спивакову. И оказалось, что это была последняя песня, которую Окуджава сочинил. Бричка вместительна, лошади в мост. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, тянется к теплой землице припасть. Ну а попутчик мой, этот молоденький, радостных слез не стирает с лица. Что ему думать про век свой коротенький? Он все про музыку, что до конца. Что ему думать про век свой коротенький? Он все про музыку, что до конца. Времени не остается на проводы. Да неужели уже не души слезы, что были недаром ведь пролиты? Крылья, что были не зря ведь даны? Ну, а попутчик мой ручкой нервною машет и машет фортуне своей. Но ткну лишь нащупает верную и заливается, как соловей. Но ткну лишь нащупает верную и заливается, как соловей. Руки мои на коленях покоятся, вздох без надежды густеет в груди. Там за спиной до свидания колется, и ничего, ничего впереди. Ну а попутчик мой божеской выпечки не покладая стараний своих, то на скрипочке, то он на скрипочке, то на валторне поет за двоих, то на флейточке, то он на скрипочке, то на валторне поет за двоих.